Так, вот, значит, купила я такую штучку для кошек, такой канатик, и тут порошочек Мататаги. Купила я ее за 240 рублей в нашем зоомагазине. Как заявляет производитель, это веревочка для чистки зубов у кошек с Мататаби. Так, далее вот вы можете прочитать. Импортер Premium Pet, Москва. Вот, давно уже смотрела на такую игрушечку. Все у нас, в основном всем нравилась кошачья мята. Вот, мы попробуем такой вот канатик. Так, ну вот канатик я подсушила, помыла, потому что он был без индивидуальной упаковки. Ну, мало ли кто его там трогал, какими руками. Вот, и сейчас посыпем этим порошочком и посмотрим на реакцию котеек. Кстати, во время мытья одно из пирожек вытащилось, но я его поставила обратно. Вот, на запах, почему-то оно мне напоминает запах хны для волос. Но вижу, котятам тут уже упаковочка понравилась. Сейчас насыпем и посмотрим. Так, вот тут у нас уже начался ажиотаж. Но понравилось не всем. Вот. Роли у нас вообще любит такие вещи. Так. Мамка тоже, понятное дело. Ну, будем считать, что покупка не зазря. Так что вот так. Они уже утащили канатик и играются там вовсю на полу. Поэтому, надеюсь, видео вам понравилось. Всем спасибо за просмотр.